Итак, первое, что я максимально вкачал до 20 уровня, 20 уровень здесь, видимо, максимальный, вот видите, это починка. То есть объясняю, как и почему и зачем. Во-первых, чтобы экономить, собственно, на починке. А во-вторых, там всякие вам тоже перки даются. Можете их прочитать, вам не обязательно их изучать, чтобы прочесть. То есть вот, ставьте на паузу, если хотите все это прочесть. Что я именно взял? Я все перки взял, кроме там вот одного сапоги скороход, потому что это не так принципиально. В общем, как можно быстрее их прокачать? Во-первых, у вас должно быть, ну, конечно, приличное количество денег, потому что, например, у кузнеца вратарь, вы покупаете все, я подчеркиваю, все, особенно наборы кузнеца, то есть их постоянно не хватает. Наборы кузнеца, все вот здесь 4 штуки, этого не хватит, я вам сразу говорю. Наборы бронника, все, короче, максимально покупаете. Вот где мы находимся. Смотрите, вратарь, вот у кузнеца. Покупаете наборы кузнеца вот здесь, вот у оружейника. Покупаете у портного наборы для... Ну, наборы портного, короче, все это скупаете, там про запас, неважно, как храните на Ротаевской мельнице. Ездите убивать всяких там бандитов у сотника, выполнять, ну, квесты можете брать, да, на зачистку лагерей, или там случайно на них натыкаетесь, или обкрадываете, ну, короче, неважно. Кучу снаряжения добываете, не спешите его продавать, приносите его на свою Ротаевскую мельницу, все в инвентарь складываете, берете все эти наборы и просто тупо начинаете чинить, чинить, чинить. То есть сначала полностью проходитесь по набору кузнеца, потом по набору щелкайте бронника, потом по набору, ну как это, короче, ткача или как его там, короче, вы поняли. Проходите, все ремонтируйте полностью, у вас очень быстро, очень сильно ремонт будет расти, то есть вы специально пик-пик-пик-пик, не забывайте только заходить сюда, что-то выбирать, что вы будете прокачивать. Вот, но я вам сразу скажу, что даже на 20 уровне, может быть, это баг, может быть, это так задумано, но я не могу при помощи наборов чинить абсолютно все. То есть, если какие-то вещи очень сильно повреждены, я даже на 20 уровне не могу их починить, то есть приходится идти со мной или к кузнецу, или, ну, каким-то там профессионалам, да, то есть у кузнеца мы ремонтируем оружие и броню, можно ремонтировать. Не только оружие, неважно, у бронника только броню, у оружейника только оружие, а у портного, соответственно, поддоспешники. Вот такой вот незамысловатый, в общем, ремонт я, получается, быстрее всего вкачал, и, в принципе, его и легче всего вкачать за максимум. В общем, пишите в комменты, что вы первым делом вкачали, как вы это вкачали. Может быть, я в чем-то не прав, какие-то свои варианты предлагаете, или как полностью чинить любую вещь по достижении 20 уровня ремонта. Может быть, вы знаете. В общем, если что-то я важное еще узнаю, я в комментах напишу это и закреплю. Все, спасибо, ставьте лайки, если не подписаны, подписывайтесь.